Азия делится опытом использования блокчейн-технологий в актуальных для региона сферах. 14 июня 2018 года в столице Казахстана, в городе Астана, прошел второй ежегодный саммит, посвященный технологии блокчейн и криптовалютам под девизом «Давайте вместе блокчейнизируем мир». Конференция собрала представителей блокчейн-индустрии со всего мира. Открыл мероприятие управляющий директор Международного финансового центра Астана Кайрат Калиев, очертив 5 основных направлений деятельности центра, одно из которых – финансовые технологии. Изучив опыт разных стран, Международный финансовый центр Астана разработал правила регулирования криптоактивов. Презентация состоится на официальном открытии Международного финансового центра Астана с 3 по 5 июля 2018 года. Конференция состояла из двух дискуссионных панелей, где выступили представители Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют, Ассоциация разработчиков и пользователей технологии Blockchain KZ, Ассоциация цифровых технологий и криптоиндустрии Digital Network, Международная платформа для стартапов и инвесторов CrowdSale Network, также представители парка высоких технологий Беларуси, блокчейн-ассоциации Украины и другие международные эксперты, юристы и разработчики. Презентации докладчиков опубликованы на сайте конференции bconference.kz.